нарисовали равносторонний треугольник так, что каждая его сторона пересекла, примерно по этому принципу. Поняли, да? Не обязательно в центре, но это окно, а это равносторонний треугольник. Задача. Докажите, что вот этот отрезок, этот и вот этот дают сумму длин такую же, как этот, этот и этот. На самом деле не сложно, это вполне себе задача. Повторяю, вся окружность и равносторонний треугольник так расположены, что каждая сторона пересечена окружностью по раз. Докажите, что сумма, показанная на рисунке отрезка, одним способом равна сумме отрезка по каждому. Что будет, если опустить перпендикуляр из центра окружности на вот эти вот отрезки? Вы получите четырехугольники. На самом деле получится интересная вещь. Вот этот отрезок, он будет равен этому. Ну да. Он будет равен этому, равен этому, равен этому и равен этому. Ну, что называется, хорошо. А что это? Пока, вроде бы, я, конечно, молодец, что заметил, что вот эти отрезки равны, но просят на меня разобраться вот с этими клинами, а вовсе не с теми. А это правильный треугольник? Треугольник равносторонний, да. Пока все ясно. Пожалуйста. Вы включаете треугольники. Проводите окружность, чтобы она пересекла каждую сторону два раза. И занимаетесь вот такими длинами. Центр окружности не обязательно расположен в центре треугольника. Он может быть сдвинут. Ребят, на самом деле, некоторую подсказку я вам уже дал. Смотрите, пожалуйста. Я нарисовал, я это не зря делал, про то, что вот это равно этому, и это равно этому. Вы эту мысль вообще поняли или нет? Давайте просто для тех, кто не следил за это, я еще раз объясню. Если есть любая окружность, а в этой окружности хорда и центр, то когда вы проводите перпендикуляр, то возникают равные отрезки. Правильно? Да. Замечательно. Значит, если вы из центра, что сделали? Опустили перпендикуляры, да? Да. То в таком случае, вот смотрите, от этой точки до этой можно такой же стать, как от этой до этой. Правильно? Да. Замечательно. Вспоминаем. Нас просили доказать, что вот это плюс это плюс это такая же длина, как это плюс это плюс это. Отлично. А мы сейчас, смотрите, к этому отрезку добавим вот это. А к тому добавим это. Ничего же не изменится? Нет. Не изменится. К этому отрезку добавим это, а к тому добавим это. Да. Ребята, оказывается, можно вообще обойтись без окружности. Посмотрите, я сейчас вам изменю картинку, и вдруг выяснится, что утверждение намного проще, чем вам казалось. Вот она картинка. Правильный треугольник. Увидели? Равносторонний треугольник. А внутри вот эта точка в любом месте. Уже окружность я даже не нарисовал. В любом месте. И из этой точки опущены что? Перпендикуляр. Просят доказать следующий факт. Что если вы возьмете вот этот отрезок, дальше, с минусом возьмете этот отрезок, возьмете этот, дальше что? С минусом этот, правильно? Плюсом вот этот и с минусом этот, то получится ноль. Ребята, а это легко доказать. Пожалуйста, прессуйте немножко. Я, конечно, сейчас могу и сам, но, пожалуйста, чуть-чуть. Окружности уже нет.
А это значит, что стало намного легче. А давайте подумаем, что произойдет, если вот эта точка возьмет и поедет, скажем, вертикально вниз. Сторона. Посмотрите, что при этом будет происходить. Она взяла и переехала на некоторое расстояние. Тогда здесь вот эта величина одного отрезка отрезалась, к другому приставилась. Правильно? Да. Замечательно. А здесь что произошло? Ровно так лучше отрезать. Поняли идею? А, то есть она же идет фактически в направлении, которая бисектрисе. Значит, ее тени, ее проекции на эти стороны идут с одинаковой скоростью. Поэтому здесь вот этот отрезок, к этому отрезку добавился, а здесь такой же от него отрезок. Поэтому при движении вдоль этого направления что происходит? Ничего не происходит. Ровно сколько добавить, сколько опять? Отлично. Интересно, а чем это направление лучше? Оно параллельно этому сектрисе. А чем это направление лучше? Значит, когда эта точка будет ездить или так, или так, или так, то ничего не будет меняться. Но любое движение можно таким образом, понятно, да, провести. Так, это один способ. Другой способ такой, через эту точку провести прямые параллельно сторонам треугольника. Вот это у себя вертикально делается. Через точку, вот это моя точка, проведем прямые параллельно сторонам исходного треугольника. Понятно, что я делаю? Отлично. А теперь смотрим, что у нас возникло. У нас возник параллелограмм. А вот эти три равносторонних треугольника, потому что проводили ровно по 60 градусов. Замечательно. Что теперь видно? А очень простая вещь. Видно, что, смотрите, вот этот отрезок равен этому. Да, очевидно ли? Да. Замечательно. Этот отрезок равен этому. Дальше, смотрите, как это будет. Вот этот отрезок равен этому и равен этому. Не знаю, понятно ли? Вот эти. Вот это. Раз, два, три, четыре. Замечательно. Вот здесь вот было в выборе равны. Равны то же самое. С. Идею понимаете? Дальше, вот этот вот отрезок маленький, давайте. Д, и вон там вот он Д. Е. Ф. По-моему, все. Я все отрезки разбил на пары, соответственно, равных. Понятная идея? Вот. Ну, при этом заметьте, пожалуйста, что если здесь А был таким способом, то здесь вот. Если есть здесь был таким, то здесь был таким. Ну, каждый раз.